Привет, Ютуба, привет всем. Очищаю свечки каштана от цветочков. Решила все-таки заснять видео. Пока сезон цветения каштанов, кто может, рекомендую нарвать цветочки, настоять их на водке, на спирту. И у кого проблемы с венами на ногах, сосудистыми звездочками, очень хорошо справляется настойка цветков каштана. Знаю об этом не понаслышке, отличные результаты. Я обрываю цветочки, не оставляю в скомканном виде, чтобы они не испортились, не заплесневели от влаги. Кто знает, многие мази от боли в ногах изготовлены в составе каштан. Сейчас каштан цветет, самое время собрать, приготовить из этих цветочков лечебную настойку на спирту, и можно пользоваться весь год. Это намного дешевле и в 100 раз эффективней аптечных средств. Лично знакома с человеком, который использует настойку каштанов для лечения вен на ногах. Результат очень хороший, даже можно сказать отличный. Поэтому всем тем, кому эта тема актуальна, не упустите время, пока цветет каштан. Насобирайте цветочки. Цветки каштана сохнут довольно быстро. У меня прошло около 2 часов. Можно сказать, что они наполовину уже высохли. Если мы их подсушиваем, то обязательно их нужно перетряхивать, чтобы они не заплесневели, а хорошо подсыхали. Для настойки, естественно, можно использовать свежесобранные цветочки. Я подсушиваю сразу много, так как у меня на данный момент нету ни спирта, ни водки, а желательно все-таки настаивать на водке. Поэтому я подсушу побольше, и если у меня закончится настойка, я просто приготовлю ее в течение года уже из сушеных цветочков. Настойку готовим, количество цветков на любую емкость должно быть половина. Если берем банку, значит полбанки цветков, и до верха заливаем водкой. Настаиваем в темном месте, чем дольше, тем лучше. Минимально недели 3 месяца. Поэтому, если планируете настойкой пользоваться в течение года, рекомендую сделать сразу и побольше. Не забудьте и вы приготовить свою настойку, пока цветут каштаны, и обеспечить себе целый год прекрасного самочувствия. Будьте здоровы! На этом все. До новых видео, до новых встреч. Всем пока-пока!